Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу снять для вас второй отчет по СП «Тайна мирабилия». Вышиваю я «Ангела любви» от Lavender and Lace. Приступая к этой работе, я планировала снять подготовку, два отчета и завершение. Но в комментариях под прошлым моим видео многие девочки написали, что тоже очень хотят вышить этого «Ангела любви», и у многих уже куплены материалы. А Оксаночка Дереза просила показать побольше и поподробнее. Что могу сказать? Это довольно популярный ангел, но отшивов пока на YouTube мало. Поэтому я немного расскажу вам о самой работе и с чем столкнулась я. И начну, пожалуй, с размера готовой работы. Вышиваю я на льне 28 каунта, и высота получится примерно 47-48 сантиметров. У меня рама, высота которой 30 сантиметров и ширина 40 сантиметров, и поэтому много нужно будет подворачивать. А бисер я вышиваю сразу. Ну и решила я заказать себе раму побольше, где высота будет 40 сантиметров и ширина 56 сантиметров. Подворачивать все равно придется, но совсем немного и только верхнюю часть, где бисера совсем мало. Поэтому для этой работы лучше взять раму побольше. И еще один совет – начать вышивать сверху, чтобы потом подвернуть верхнюю часть, а не юбку, где бисера очень много. И покажу вам немножечко дальше работу. Вот это у меня рама, высота 30 сантиметров. И вот так смотрится половина работы на этой раме. Видела в видео у Оли Перковской, как она организовывает свой бисер на раме. Вот такую крышечку она показывала, можно взять, прикрепить ее на магнитик и сюда насыпать бисер, и он не будет высыпаться, даже когда рама под углом. Это очень интересная идея, я ее взяла себе на заметку и также пользуюсь. Можно несколько вот таких крышечек взять для разных цветов бисера. Ну, конечно же, лучше прозрачная. У меня не было прозрачной, пока такая черненькая. Ну, прозрачная лучше, чтобы был виден бисер. Так, и покажу я вам свою работу поближе. В прошлом своем видео я говорила, что мне не нравится, как лег бисер в шаре. Вот он толкается неровно. Я сначала думала, что, возможно, бисер немного больше, чем место вот для крестиков. Но когда я приступила к юбке и начала бисер калибровать, все получается ровненько и красиво. Он тоже тут рядочками идет. И я поняла, что просто бисер Милхил неровный. И его надо калибровать, чтобы получились ровненькие вот такие вот полосочки. И также в шаре та же история. Вот. И я теперь не знаю, что мне перешить его или оставить так. Я, наверное, уже когда дошью ангела, буду решать, что мне делать. Но дальше вот у меня все пошло ровненько, так как бисер уже сортирую. Ну, конечно, цвета изумительные, просто изумительные. Бисер изумительно красивый. Ну, не идеальный, далеко не идеальный. Юбка вышивается легко, такими логическими квадратами, ромбами, не вызывает никаких трудностей. И вообще от этой работы я получаю истинное удовольствие. Красивый ангел смотрится потрясающе. Недавно посмотрела видео Илоночки Илка о том, как она пришивает бисер. И взяла тоже себе на заметку. Тоже каждую бисеринку я стала прошивать два раза, и бисер ложится намного прочнее и ровнее.
И вот так у меня это все получается. Красотень. Ну а на сегодня, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Обязательно все расскажу. Всем пока!